Полгода депутаты Маслихата обновляли правила содержания собак и кошек. На такую меру их сподвигнули участившиеся случаи гибели животных, выброшенных хозяевами на улицу. С сегодняшнего дня владельцам четвероногих грозит административная ответственность, если они в течение 3 месяцев не зарегистрируют питомца. За жестокое обращение с животными хозяева заплатят штраф. Бывают и исключения, когда люди сами приносят когда-то любимого питомца в службу отлова. Регистрация вот этих видов животных, кошек и собак, начинается, значит, с 2-месячного возраста. С 2-месячного возраста проводятся отдельные вакцинации, и непосредственно сразу выдаются ветеринарные паспорта. Это чисто для кошек и собак. Виктория бездомных животных знает не понаслышке. Больше 10 лет она помогает брошенным собакам обрести новых хозяев. Но животные находят их далеко не всегда. Сейчас в ее однокомнатной квартире проживает 52 собаки. Питомцы хозяйку почти не отпускают. Даже на улице любимцы сопровождают ее в пределах специально оборудованного палисадника. По словам Виктории, у всех животных есть ветеринарные паспорта. Животные попадают с улицы. Чаще всего в тяжелом состоянии. Чаще всего щенки в коробках. Бывают порядочные люди, которые приносят, стучатся в дверь, потому что за эти годы они уже привыкли постучать, а потом уже вести диалог. Виктория говорит, что соседи терпимо относятся к ее занятию. Сначала, конечно, были разногласия, но сейчас жильцы даже помогают ей, приносят для собак еду и не сетуют на шум. Мне никак, я как раз живу над ней, но на 7-м этаже. Не беспокоит, нет. У меня у самой вот собака. Однако не все соседи к собакам, обитающим в квартире, относятся так благосклонно. Во-первых, здесь дети, грудные дети, всякие дети. А 20 или не знаю, сколько у них собак. Это вообще, уже чего только они делали, вообще это не поддается никакому этому. По новым правилам, в квартире, занятой одной семьей, жить могут не более 2 собак. Что делать волонтерам, которые хотят забрать домой каждое брошенное животное, пока непонятно. Приютов для животных в Алматы еще очень мало. Однако в нововведениях есть большой плюс. Регистрация будет обязывать жить по правилам. И жестокосердному владельцу разлюбленного друга выкинуть на улицу станет непросто. Юлия Искевич, Жусуп Дуалетов, телеканал Алматы.